3 июля 2014 на территории Бобруйской крепости был воздвигнут мемориальный комплекс жертвам фашизма. Автор Галина Левина. Центр композиции из белого бетона «Куба мужества» врезается железнодорожная платформа, на которой стоит военнопленный солдат Красной Армии, укрывая своей шинелью человека. За колючей проволокой виднеются барельефы силуэтов мирных жителей, которые стали безвинными жертвами фашистов. Братская могила на территории цитадели стала последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Все они погибли в 1941 году.